HiScreen Boost 3 – музыкальный смартфон с рекордной автономностью. HiScreen – сила в музыке. Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос, и сегодня я расскажу о довольно странном канале под названием Alan Tutorial. Поехали! Alan Tutorial – творческий проект актера Алана Резника. В основном он состоит из серии видео, в которых Резник исполняет билетризированную версию самого себя. Он показан замкнутым молодым человеком, одержимым созданием туториалов. С каждым видео происходят все более странные вещи, и уже и так слабая связь Алана с реальностью начинает медленно ослабевать. В первых видео Алан учит зрителя, как достичь совершенства в различных странных, часто совершенно лишенных смысла и неинтересных вещах. Например, как заполнить маленькую баночку грязью, как разбить банку газировки с помощью деревянных досок и так далее. В одном из таких видео рассказ Алана прерывается громким стуком в дверь, и в следующем видео он уже оказывается запертым в чулане. Стоп! Стоп! Окей. So once you get a good opening of light... Через некоторое время после этого у Алана будто кончаются идеи для новых туториалов. Ситуация усугубляется, когда нечто страшное попадает в его комнату и пугает его. А в следующем видео его любимый синий стул оказывается опрокинутым. Этот трагический поворот событий очень негативно влияет на психологическое состояние Алана. Но вскоре он находит свою мотивацию снова и продолжает снимать видео. Скоро все снова выходит из-под контроля. Алан начинает без какой-либо причины крушить свою комнату и затем запирается, чтобы отгородить себя от этого. Теперь, запертая в пустом пространстве, здравомыслие Алана страдает еще сильнее, и все больше Алан теряет рассудок. Без капли смущения он продолжает снимать видео, несмотря на свое, мягко говоря, затруднительное положение. Но все заканчивается, когда его похищает неизвестная группа людей и запирает в клетке, где он ненадолго забрасывает туториалы и начинает снимать видео с рассказами о новостях из своей жизни. Этот период проходит довольно быстро, и Алан снова начинает снимать видео-туториалы взамен на денежную компенсацию от его неизвестных похитителей, которых мы так и не увидели. Во время своего заключения Алан пребывает в очень нездоровом состоянии. Шансы на побег начинают казаться бесконечно малыми. Комната полна мусора и отходов. Сам Алан выглядит немытым и грязным. Его видео становятся почти совершенно одинаковыми. В каждом из них он просто говорит сам с собой. Но в некоторых из них можно увидеть неизвестный сломанный объект, который кружится по комнате в некоторых частях видео. Луч надежды неожиданно появляется в новых видео Алана. Он будто находит какую-то мотивацию внутри себя, и в героическом стремлении к свободе он проламывает стену своей камеры. Когда он пытается пролезть сквозь проделанную дыру, мы видим его в последний раз. При приземленном анализе Alan Tutorial был пародией на неумело сделанные how-to видео, пытающиеся подражать видео с канала Expat Village. Постоянные просьбы Алана о лайках, подписках и добавлении в избранное при полном отсутствии опыта расширяют границы сатиры до пародии на социальные медиа в целом. Все это становится критикой на постоянное желание интернет-пользователей попасть в статус вирусных и одновременно полное отсутствие желания вкладывать в это силы. Также это относится к тренду, в результате которого популярные интернет-феномены становятся таковыми вне зависимости от вложенного в них старания и труда. Однако глубины персонажа Алана остаются тайной. Некоторые нереальные элементы в его видео, такие как его синее кресло или недавнее похищение, указывают на метафорический смысл творений Алана. Alan Tutorial – пример метапрозы, в которой история имеет место быть в реальности, и средство, с помощью которого она рассказана, включено в саму историю. На этом все. HiScreen Boost 3 – музыкальный смартфон с рекордной автономностью. HiScreen – сила в музыке. Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос, и сегодня я расскажу о довольно странном канале под названием Alan Tutorial. Поехали! Alan Tutorial – творческий проект актера Алана Резника. В основном он состоит из серии видео, в которых Резник исполняет билетризированную версию самого себя. Он показан замкнутым молодым человеком, одержимым созданием туториалов. С каждым видео происходят все более странные вещи, и уже и так слабая связь Алана. Но все заканчивается, когда его похищает неизвестная группа людей и запирает в клетке, где он ненадолго забрасывает туториалы и начинает снимать видео с рассказами о новостях из своей жизни.
Этот период проходит довольно быстро, и Алан снова начинает снимать видео-туториалы взамен на денежную компенсацию от его неизвестных похитителей, которых мы так и не увидели. Во время своего заключения Алан пребывает в очень нездоровом состоянии. Шансы на побег начинают казаться бесконечно малыми. Комната полна мусора и отходов. Сам Алан выглядит немытым и грязным. Его видео становятся почти совершенно одинаковыми. В каждом из них он просто говорит сам с собой. Но в некоторых из них можно увидеть неизвестный сломанный объект, который кружится по комнате в некоторых частях видео. Луч надежды неожиданно появляется в новых видео Алана. Он будто находит какую-то мотивацию внутри себя, и в героическом стремлении к свободе он проламывает стену своей камеры. Когда он пытается пролезть сквозь проделанную дыру, мы видим его в последний раз. При приземленном анализе Alan Tutorial был пародией на неумело сделанные how-to-видео, пытающиеся подражать видео с канала Expat Village. Постоянные просьбы Алана о лайках, подписках и добавлении в избранное при полном отсутствии опыта расширяют границы, что страшное попадает в его комнату и пугает его, а в следующем видео его любимый синий стул оказывается опрокинутым. Этот трагический поворот событий очень негативно влияет на психологическое состояние Алана, но вскоре он находит свою мотивацию снова и продолжает снимать видео. Скоро все снова выходит из-под контроля. Алан начинает без какой-либо причины крушить свою комнату и затем запирается, чтобы отгородить себя от этого. Теперь, запертая в пустом пространстве, здравомыслие Алана страдает еще сильнее, и все больше Алан теряет рассудок. Без капли смущения он продолжает снимать видео, несмотря на свое, мягко говоря, затруднительное положение. Алана с реальностью начинает медленно ослабевать. В первых видео Алан учит зрителя, как достичь совершенства в различных странных, часто совершенно лишенных смысла и неинтересных вещах. Например, как заполнить маленькую баночку грязью, как разбить банку газировки с помощью деревянных досок и так далее. В одном из таких видео рассказ Алана прерывается громким стуком в дверь, и в следующем видео он уже оказывается запертым в чулане. Стоп! Стоп! Окей. So once you get a good opening light... Через некоторое время после этого у Алана будто кончаются идеи для новых туториалов. Ситуация усугубляется, когда не